Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на часах Amazfit GTS 2 Mini можно изменить язык системы. Для этого мы с вами заходим на телефоне в приложение Zep, которое мы скачали для того, чтобы вообще подсоединить телефон к часам. Далее нажимаем на наши часы. После чего нажимаем настройки часов, язык системы и выбираем, собственно, язык системы. Как видите, у нас сейчас русский. Давайте поставим, например, английский, нажимаем ОК. Попробуем. Вот, как видите, язык изменился. И вернем, давайте лучше обратно русский. Нажимаем ОК. Да, как видите, язык уже поменялся. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!